Это самая первая моя работа после того, как я закончил училище. В ПТУ Александр поступил, когда узнал о дефиците такой профессии, как сварщик. И это несмотря на 15-летний стаж работы в другой сфере. Теперь показывает свою гордость – автостоянку. Это его работа. Переквалифицировавшись, он открыл свое дело и приглашает на работу выпускников училища, а также обучает их профессии. После того, как получил профессию сварщика, появилась идея, может быть, открыть свою, хоть маленькое, но предприятие. Вот. И заодно брать практикантов, обучать им, рассказывать, помогать самое, с училища, центра занятости. Михаил еще ученик, но ему уже доверили выполнить работу самостоятельно. Говорит, за будущее не боится. Это удобная профессия, как и для заработка, и вообще для множества работ, так как в основном ближе к старшему возрасту становится труднее работать. А сварщиком можно работать, грубо говоря, лет до 50, до 60. Фирма Александра обслуживает ОСМД, но главным он считает обучить молодых, чтобы дефицита специалистов в Украине не было. Анна Градянцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер».